Ассаламу алейкум всех. Вернее, всех приветствую. Вот, решил выйти в прямой эфир. Турция, Мерсин, на связи. Думал пообщаться немного. Я сейчас... Короче, друзья, у нас выходной. Ну, не только у нас, везде выходной. Я просто хочу о Мерсине сказать, что в выходной здесь люди в основном отдыхают, друзья. Вот смотрите, я вот не знаю, вот выехал, допустим, приехал в наш офис, там никого нет, ну как, скучно, рано встал я сегодня, вернее, даже и не ложился. Затем приехал к брату, алейкум ассалам, брат, видать, отдыхает. Ваша, я заехал, позвонил, написал, думаю, ладно, тарабанить не буду, я здесь внизу в офисе, если что, на WhatsApp, отвлекайся. Мурату позвонил, Мурат не отвечает, короче, спит, отдыхает, наверное. Короче, в Мерсине так, друзья, субботу, воскресенье все отдыхают. Вот сейчас я ехал, допустим, с дома, смотришь, никого нету. Это вот и в 90-е годы так было, и в 2000-е было, и вот сейчас в 2020 году ничего не изменилось. Люди здесь 5 дней работают, ну там, ладно, субботу еще засчитаем, но в воскресенье все отдыхают, друзья, никого нету. Допустим, когда, кстати, жарко, сейчас вот с утра уже 33 градуса, действительно, ну, говорят, спадет, завтра еще будет жарко, и потом на спад пойдет. Вчера вроде до 40 доходило, вот. Летом в основном здесь, друзья, все на пляж, кто уезжает, кто на море уезжает, кто в Язлык уезжает. Язлык это, ну, дачи, да, дачи. Ассаламу алейкум, Саваш, как ты? Альхамдулиллах, все хорошо, брат. У нас в этом офисе прохладно всегда, так свежо, без кондиционера. Я думаю, ладно, приеду сюда, пока все встанут. Тетя Сара, я сейчас Мурата вот подтянется за вашу недвижимость, мы с ним обсудим, если вы смотрите, и я вам позвоню. Вот, затем... Я знаете, что подумал? Я подумал снять ролик о районах Мерсина, да, вот как вы просите. Но потом подумал, если в одном ролике будет, это, наверное, будет очень длинный ролик. Я подумал каждый день, допустим, когда возможность есть, один день, допустим, там позже сняли, да, напишем в ролике Мерсин район, район в Мерсине позже, допустим, потом снимем Агденис, потом Мезитли, потом... И пускай так будет 10-13 роликов. Сколько? 13 районов у нас здесь, по-моему, если не ошибаюсь, да. 3 из них, 10 из них прилагаются к морю, и 3 из них ближе к горям. Можно будет так 13 роликов запилить для разнообразия. Вот. Насчет квартир. Значит, квартиры, вот это вот, кто искал отдельной кухни, нашли, есть... Обращайтесь по WhatsApp, будем поддерживать связь. Как ваша стройка продвигается? У Аллы сейчас проехал, сегодня воскресенье, но все равно люди работают. Значит, сейчас уже полностью, помните, я в тот день снял, еще штукатурки, ничего не было. Уже первые этажи штукатурят, потом там, чтобы белыми они были. Готовим шоурум. Вот, шоурум, хотим сделать шоурум. Да, районы как, я, допустим, вот на машине буду ехать. Да, кстати, я, наверное, залью это в YouTube еще. Для тех, кто будет смотреть в YouTube, я здесь не сам с собой разговариваю. Мне пишут мои подписчики, я им отвечаю. Вот. Насчет районов сделаем, да, чтобы хотя бы было у вас представление, как выглядит Мезитли. Ну, Мезитли большой район. Как выглядит Теджа. Как... Ну, вы хотя знаете по роликам, наверное. Но все же, возьмем так камеру и будем ходить, короче. Рассрочка есть у вас без процентов? На нашей стройке, да, без процентов рассрочка. Процентов нету. Искан, что это? Искан, смотрите, друзья, Искан это, допустим, вот строится комплекс, да, у него есть начальный Искан, берется. После завершения ему нужно получить застройщику, заканчивающий последний Искан. И там, допустим, вот многие наши продажи, они делаются без Искана. Я вам открыто, честно скажу. Но там, где у меня, допустим, есть какие-то сомнения, я эти квартиры даже не выставляю. Вот у меня многие, вот кто купил, допустим,
90% мы брали без искана, но в течение нескольких месяцев, там пару месяцев проходило, и здание при них же получало искан. Последнее без искана, что мы продали? Так. А, вот, в Белоруссию. Макс, вам привет. Они вот купили без искана, но уже заканчивалось. Короче, даже, по-моему, да, как они уехали, искан получили. Вот, даже, по-моему, вы здесь, да, были, когда искан получали. Мы как раз свет все оформили, а потом сказали, уже искан получили. Вот, значит, смотрите, как выдается искан. Если, допустим, в комплексе есть какие-то недостатки, приходит комиссия, вот вы многие говорите, султан, вот вы строите стройку, там это не то, там это не так. Друзья, вы думаете, что турки такие глупые, они не знают то, что мы знаем? Я вам скажу, как комиссия делает. Бывает так, что, допустим, сам застройщик даже не в курсе, они могут прийти, я не раз говорил об этом, они могут прийти, это не только, чтобы внешне была закончена стройка, они могут прийти где-нибудь кусок бетона отломать, да, от здания, ну, там внизу где-нибудь, чуть-чуть железа взять, и они это в лабораторию уносят. Они проверяют, устойчивого ли здания, цемент, процент в цементе там хватает, не хватает. Если нет, они просто раз и могут остановить стройку. Бывали раньше такие, когда только-только искан начинался, такие случаи бывали. Вот сейчас есть стройки, так стоят. Но новые стройки все, друзья, так рисковать никто не будет, понимаете? Ни один застройщик, он же деньги вкладывает. Поэтому он так рисковать не будет. И, да, допустим, пока даже плинтус, они и подъезды, и подвалы, все проверяют. Вплоть до плинтусов. Если где-то плинтус не хватает, искан не дадут, друзья. Поэтому сейчас застройщики очень как бы сильно наблюдают за этим сами даже, да? Вот, поэтому с исканом раньше по новой, когда было, еще не привыкшие были, где-то халтурить собирались, были случаи, но этого уже нету, потому что, вот, допустим, мы сейчас стройку строим, да? Представьте, там, тебе, допустим, где-то ты цемент не доложил, да? И тебе остановили стройку, и все, и что? И кому будет хайр? Никому не будет, поэтому... Самые лучшие строители в мире, турки, это признано. Ну, я с вами согласен. Видите, они и быстро работают. И как, вот система сама, смотрите какая. Вот, допустим, вот сейчас наша стройка идет, да? Я вот смотрю, одновременно там бетон заливается, внизу уже проводку делают. Каждый мастер делает свою работу. Электрик проводит электричество, сантехник проводит канализацию, там штукатурщик делает штукатурку, там каменщик ложит камни, каждый делает свою работу, и поэтому она в один момент вот так поднимается, стройка. Вот. Так что искан, вот, допустим, смотрите, вот новые, допустим, вот которые в Тейджи есть, Томики, допустим, есть, да, в Ардамле есть, даже в самом Мерсине есть стройки, которые в процессе, допустим, только-только вот начали люди заселяться. И искана не бывает, да, искана не бывает, но мы же проверяем, друзья, мы все проверяем, мы видим, что оплачено все, допустим, начальный искан, потом они оплатили уже, допустим, последний искан свой. Бывают случаи, когда не оплачивают застройщик, ну, раньше тоже так было, сейчас таких нету, никто не станет рисковать своими деньгами, своей репутацией, да, допустим, поэтому... По крайней мере, если через нас проходит это, мы в любом случае проверяем с самого низа. Это все проверяется, просто мы на свет не выливаем. После проверки мы делимся квартирами. Вот. Так. В Алании нет, не работаем, но сейчас, как вот этот карантин закончится, иншаллах, есть у нас близкие друзья, застройщики, которые приглашают. Но мы туда намылимся, короче. Да, еще, друзья, я хотел с вами поделиться, вот тоже. Помните, вы многие за Стамбул, ну, я понимаю, да, вы за Стамбул, когда спрашиваете, тоже хотите экономичные квартиры. Смотрите, в Алании в два раза дороже, мы, наоборот, отсюда в Мерсин присматриваемся. А мы знаете, что сделаем? Мы сейчас Мерсин заполним, а потом поедем в Аланию и в два раза дешевле там будем продавать. Ну, приезжайте, у нас места много. Вот, друзья, я получил предложение от стамбульского застройщика. Буквально позавчера он связывались, и он сам с Мерсина. И он нас позвал в свой офис. Мы поехали, поговорили, он показал нам чертежи, планы
Султан говорит, если вот будет желание. Короче, я посмотрел на план, это виллы будут. Там шикарные виллы, значит. Просто он сказал, что через 2 месяца, значит, закончатся 2 виллы. Я ему говорю, если я на живую не приеду, не сниму, не посмотрю, я более открытую информацию людям дать не смогу. Вот. И да, те люди, допустим, кто хочет получить гражданство, вот эти виллы как раз подходят под гражданство. И все они на берегу моря, короче. Недалеко от Стамбула, 60 километров от Стамбула, возле нового аэропорта, прям удобно. Значит, конкретно собираемся поехать в Стамбул насчет этой темы. Если кого заинтересует, опять же, будем то в Стамбуле, то в Алании, допустим. Но Мерсин это моя родина, друзья. Я даже, вы знаете, 10 лет прожил в Стамбуле, но все равно я каждый день думал о Мерсине. Не знаю, я люблю Мерсин. Вот. Так, что там еще вопрос? Ахаха, Машала, Султан, если ты сделаете, буду брать квартиру у вас в Алании. Не проблема, сделаем. Какие проблемы? Аллах дал ноги, будем ходить, будем ездить, есть машины. Есть там тоже у нас, есть хорошие братья. Сейчас переговоры ведем, просто сейчас вот то, что дороги все закрыто, я имею в виду извне, поэтому отложили пока эту тему. Равшан, брат, ассаламу алейкум, за поддержку, сау. Так, я здесь комментарии посмотрю. Вы пишете, я пропускаю, наверное, комментарии. Так. Вроде здесь что писали, я ответил. А на получение ВНЖ разрешение от отца можно сделать в Мерсине? Или нужно делать сразу здесь? Ну, смотрите, допустим, если вы разошлись, допустим, это уже как вы здесь сделаете? Отец по-любому будет, наверное, там, где вы живете. Вы должны на месте с этим приехать, с разрешением. Ну, вот, допустим, я знаю, что когда пересекаешь не то что сторону Турции, вот, допустим, в Азербайджане я не раз сталкивался на таможне, ехала женщина, у нее не было разрешения от отца, чтобы перевести ребенка. Прямо на их же границе не пропускали. Я не знаю, в Россию вы выезжаете, у вас спрашивают или нет. Здесь смысл в том, сможете ли вы добраться пока еще до Турции с ребенком. Вот. У вас должен быть апостиль на документах, значит, свидетельство о рождении ребенка, должен быть обязательно апостиль. И также, если вы разведены, справка об этом должна быть, о разводе. И, естественно, разрешение одного из родителей. Потому что здесь это будет проблема. Даже если вы доедете. Так, что еще мы пропустили? Ладно, я поднимусь теперь наверх. Хорошо, я время убил сейчас. Мурат, абе, излиосанса гель, сани беклерим. Да, так неудобно, конечно, но телефон то вверх, то вниз идет. Баракат Хомы, компанию знаете? Баракат Хомы? Нет, не знаю. Может быть так, словесно. Султан, брат, салам алейкум, пусть воздаст за твои добрые помыслы. Салам из Астаны. Валейкум ассалам. Рахмет, брат, от души за поддержку. Так, короче, если я что-то пропустил, можете писать. Вот, сам Искан, без Искана никто не останется, не беспокойтесь. Единственное, надо следить за тем, чтобы был оплачен. Ну, за это мы отвечаем. За этим мы следим сами здесь. Поэтому без этого мы квартиру вам не дадим. Вот, насчет районов ролики сделаем, будем, ну так, через раз, может быть, буду делиться. Тем более сейчас лето уже, можно и по морям поездить, по океанам. Вот. Кто будет, да, вот смотрите, допустим, вы знаете, я же взял здесь квартиру, да? Я вот ездил, короче,
Насчет страховки своей узнавал. Там мне сказали, посмотрели, говорят, а это самое, у вас ВНЖ, говорит, в этом году вам надо покинуть страну. И я ему сказал, нет, я квартиру купил, тем более у меня до гражданства один шаг остался. А если есть недвижимость, то все. А как, говорю, идет? Он говорит, как? Значит, граждане Казахстана, там, Узбекистан, Туркменистан, там, допустим, у них как сейчас, говорит, один год здесь, один год за пределами Турции. Пока что не отменили. Ну, посмотрим, иншаллах, может быть, отменят. Пока что ничего не поменялось. Я поэтому насчет этого ролики не делал. Вот. Если кто здесь на аренде, значит, снимает квартиру, и вы уже год здесь, в этом году могут сказать, чтобы вы выезжали. Такая тема идет. Узбекистан. Ассаламу алейкум, Узбекистан. Ну, вы работаете в Анталии, я ответил вроде. Пока что нет, но в планах есть. Поедем скоро. Также есть предложение со Стамбула. Посмотрим, заценим. Так, интересует бурса. У вас бывают варианты? Нет, я вот смотрите, я с Мерсином еле справляюсь в данный момент. Потому что тут постоянно нужно наблюдать, постоянно нужно быть здесь. Но мы растем, иншаллах. Может быть, со временем сделаем такую сеть, что можно будет работать по всей Турции. Просто люди нужны. Вот. Я имею в виду доверенные люди, которые будут, один будет в Стамбуле, один в этом, в Бурсе, например. Ну, над этим работаем. Так, что еще? Ну, все машут руками, я тоже вам отсюда машу, короче. Султан, здравствуйте. А подскажите, если купить квартиру, то тоже нужно будет выезжать? Нет, если вы квартиру купите, можете хоть 100 лет не выезжать. Вы получаете ВНЖ, ну и также потом, ну на год, можете на два получить. Вот, каждые 2 года будете менять. Ну, я знаю железобетонно, что до 8 лет потом можно подать на гражданство. Вариант такой есть. Раньше 5 было, сейчас вроде 8 сделали. Через 8 лет можете подать на гражданство. И плюс, если у вас дети будут учиться здесь и закончат здесь институт, им предоставляют работу и также предоставляют гражданство. Для детей, я имею в виду. Как вам кажется, какой из городов Турции лучший для соблюдающих мусульман? Вот я, вот знаете, вот этот вопрос вот постоянно вот так вот играет у нас, да? Может быть, у кого-то создается впечатление, что здесь вот чисто все по шариату идет, там. Друзья, в Турции этого нету. Я вот вам открыто скажу, да, вот давайте мы сейчас чуть-чуть на эту тему поговорим. Может, если я ошибаюсь, за все эти года, это мое мировоззрение или то, что я заметил. Смотрите, нет такого. Турция, можно сказать, разделена пополам. Кто идет по исламу и кто идет, там, не знаю, по-своему, короче, да? Может быть, даже больше в ту сторону, чем в эту. Вот. Опять же, тот, кто соблюдает ислам, видите, как бы правильно выразиться, тот соблюдает, короче, кто не соблюдает, не соблюдает, ну, здесь это как бы не спорно, понимаете? Здесь нет такого, чтобы эти ненавидели этих, или те ненавидели этих. Все равно все вместе, проблем нет. Ты вот делаешь, допустим, 5 вакит намаз делаешь, там поклоняешься, допустим, в мечеть ходишь. Есть тот, кто не делает этого, и, допустим, здесь с этим проблем нет. Но, опять же, у каждого свои круги, да, если ты любишь сидеть в барах, твои все друзья будут те, кто сидят в барах, допустим. Я неплохое говорю, я имею, например, у каждого свое, как бы, движение, да, можно сказать. Тот, кто ходит в мечеть, молится, у него будет круг тот, кто ходит в мечеть, молится. Как-то так. Но не все на одной волне, понимаете? По-разному. Кто светский, кто советский, короче, вот так. Как везде, я имею в виду. Но, альхамдулиллах, в мечети есть. Азан слышен. Вроде, ну как для меня здесь, мне кажется, удобнее, короче. Я вот если молюсь, я знаю, заеду в мечеть, помолюсь, поеду дальше. Кому какое дело? Главное вот это, что никому
Никакого дела нету, понимаете? Вы любите, допустим, ходить в мечеть или нужно ходить в мечеть, вы ходите. Это от вас зависит. Вот здесь единственный плюс, ты можешь ходить, понимаете, никто не будет держать закрытые мечети. Ну, сейчас коронавирус, сейчас они закрыты. Вот, никто не запрещает. Если хочешь, делай. Вот это вот суть в этом. А так, если смотреть, все вперемешку здесь. Вот. Мурат, бак, аби, сани гёрюёрум. Canlı efire bağlamışsın. Abi hadi gel, işimiz gücümüz var ya. Так, смотрим иногда другие каналы по жилью в Турции. Почему у них дорого на 20-30 получается накручивать? Ну, не знаю я, смотрите, накручено, не накручено. Сейчас это вот так вот кого-то осудить, это будет неправильно. Может быть, вы смотрите какие-то дорогие проекты, да, допустим. Вы что думаете, у нас в Мерсине нету дорогих домов? У нас есть по 250 тысяч долларов квартиры, дома. Ну, не дома, а квартиры. Есть, допустим, вот, если, допустим, но я ими не делюсь, потому что я вижу, что наш потенциал ориентируется, ну, самый больше на 50, на 100 тысяч долларов, допустим. Поэтому такие квартиры, я знаю, выставлять будет бессмысленно, как бы. Да, кто мне лично пишет, Султан, вот я хочу, допустим, получить гражданство, да, мы им предоставляем такое жилье. Вот. Есть по 2,5 миллиона лир, по 3 миллиона лир, по 6 миллионов лир есть квартиры. Вот. И также и там может быть, значит, какие-то дорогие объекты, и вы как бы прицениваетесь, думаете, а здесь дороже, там дешевле. Короче, здесь уже, ну, на совесть, можно сказать. Ну, я знаю одно, допустим, в Санталии ребята, братья приезжали, ну, они мимо ехали, позвонили, говорит, Султан, мы, говорит, можно заедем, говорит, посмотрим, какие у тебя есть квартиры, но мы не покупать сейчас едем. А мы будем смотреть, допустим, мы выбираем там Стамбул, Мерсин, гуляем. Я говорю, проблем нет, я буду рад встретиться. Короче, они приехали, мы посмотрели. Но они мне сказали, они ориентировались где-то около 60 тысяч долларов, да. Они сказали, Султан, за ту цену, значит, нам в Анталии такой класс не показали. Вот это они сказали. Я могу вам сказать то, что есть, понимаете, то, что, с чем я сталкивался. А так, то, что вы какую-то квартиру увидели, если, может быть, там есть какие-то привилегии, которых вы не заметили, допустим. Вот так. Kolay gelsin. Ha Nurbala. Sağ ol, sağ ol kardeş. Вам тоже. Kolay gelsin. Так, ва алейкум ассалам. Вот, наша подписчица еще подключилась. Очень рад вас видеть. Так, Султан. Ассаламу алейкум. Много ли иностранных компаний в Мерсине работают с английским? Можно идти? Ну, я, если честно сказать, здесь есть банки иностранные, есть компании, я так, если честно, в этой теме вот слабоват. Вот, ну, думаю, что есть, наверное. Может быть, немного, может быть, какие-то есть, одна-две большие. А так, в основном, здесь турецкий язык идет. Даже с английским, если сказать, вот у нас приезжают, кто владеет английским языком, ну, не в любом маркете вы зайдете и будут с вами общаться. В банках, да, проблем нет. В банках даже охранники знают иностранные языки. Как с работой в Мерсине? Давайте вот я сейчас еще раз скажу. Открыто, честно, как я знаю. Вот смотрите, может быть, если я сейчас начну интересоваться работой, да, может быть, действительно, как-то что-то можно найти. Но я в первую очередь хочу сказать, без разрешения здесь работать у вас не получится. Вас просто депортировать могут. Понимаете, здесь, да, может быть, вы там устроились куда-то на работу, и у вас человек, работодателю, вы понравились, да, он может сделать вам без проблем, он может вам сделать разрешение на работу, может получить вам это, понимаете? И все сам оплачивает, там небольшие деньги, копейки. От вас нужно, чтобы было у вас в ВНЖ как минимум на 6 месяцев, короче. И он может вам сделать. Без этого здесь работать не получится у вас. Кто-то, может быть, если думает, а, я приеду, там куплю квартиру, там поработаю, здесь поработаю. Не вариант. Вот. Я сам, потому что через это прошел, я вижу, что не вариант. Мне пришлось сделать разрешение на работу, понимаете? И потом уже пошла-поехала тема. Поначалу я просто так делал. А потом все глубже, глубже, глубже. Вот сейчас, видите, занимаемся стройкой. Я честно скажу, в Стамбуле я 10 лет прожил нелегально в
то время. Я работал нелегально, допустим. А потом мне на мебели, когда я работал, мне хозяин работы сказал, что «Султан, давай тебе разрешение сделаем». Я сказал: «Аби, я сейчас просрочен, мне нужно въезд, выезд делать». И так зависла эта тема. Вот. Но в Стамбуле, видите, я 10 лет как-то проработал. Я вас не наталкиваю на то, чтобы вы уехали, нелегально работали. Там работы больше, там вариантов работы, ну, там неограниченное количество, понимаете? Вот кто именно едет для работы, чтобы работать? Ну, Мельсин — это не подходящий вариант, это я вот вам открыто скажу. Теперь я скажу, кто у меня покупает квартиры. Наша аудитория, моя аудитория, это в основном люди, которые работают отдаленно, понимаете, по интернету. Да, им подходит Мерсин, они вот на балконе с видом на море сидят, ноутбук свой открывают и работают, делают свои дела. Им разницы нет, хоть в горах они будут сидеть, у них работа будет, понимаете. Есть люди те, которые, допустим, работают где-то у себя на родине, там, или где они жили. У них свои дела идут, и они также контролируют через телефон, через интернет, могут поехать, приехать, семья здесь, допустим. И есть еще третья, самая уважительная категория, это наши пенсионеры, которым работать, как вы видите, не нужно. Приехали, живут на пенсию, отдыхают. У меня есть одна семья пенсионеров, они, значит, пенсию получают, и плюс у них еще две квартиры своя есть, еще две квартиры купили, сдали в аренду, живут весело, счастливо, вот сейчас на море, наверное, вам отсюда привет передаю. Вот. Вот так вот. А если я вам скажу, да, работа есть, лишь бы там продать квартиру, это будет неправда, друзья. Вы, если ради работы покупаете квартиру в Мерсине, сначала подумайте. Я против этого. Вот. Потому что я знаю 80%, что у вас не получится. Ну и еще плюс нужно как-то... Сколько вы будете получать, там, какая будет зарплата. Да, если вы какой-то специалист, врач, есть у нас такие, допустим, люди, которые перевели свой диплом, подтвердили и работают в частном секторе, в больницах, даже хирурги есть, это есть. Но если чисто вот так, чтобы приехать на стройки работать, смотрите, вот вы некоторые пишете, что «Султан, вот, на вашей стройке нужен электрик или там это», понимаете? Во-первых, друзья, это от меня не зависит. Здесь, прежде чем начать объекту работать, вход запускают, уже все определено, понимаете? Есть ташероны, допустим, каждая профессия уже готова, понимаете? У них уже на старте эти бригады. Допустим, электрики есть, канализационщики есть, потом там стекольщики есть, да, и не в моих силах, понимаете, туда одного человека убрать и другого человека поставить. Это не я решаю, это решает там верхний комитет, который следит за этим всем. Поэтому это не так просто, друзья. Да, иншаллах, если Аллах позволит, поднимемся до этого, когда уже мы сами, лично я вот сам, допустим, с Муратом, начнем мы свою стройку, что в планах есть у нас, но для этого нужно немного времени. Тогда можно будет набирать персонал, но опять же я вам должен буду получить разрешение на работу и оплачивать вашу страховку. Без этого это нелегально, друзья. Валейкум ассалам. Сколько примерно нужно на двух, чтобы прожить в месяц примерно? Ну, смотрите, надо будет ролик сделать насчет этого. Ну, если у вас квартира будет своя, да, пускай у вас там, грубо говоря, там, ну, 300 лир уйдет на там свет, там газ, вода, интернет, да, например. На питание, здесь питание недорогое, значит, я думаю, что, ну, 2000 лир, наверное, вот так хватит, может быть, 1500 даже хватит. Нет, даже 1500, если я не ошибаюсь, на питание хватит. Вот, грубо говоря, 2000, если у вас будет доход, если своя квартира будет, то жить можно. Ну, и потихоньку, конечно, из... Ну, что-то выстреливает, чем-то начнете заниматься. А как реально купить квартиру для сдачи? Как реально купить квартиру для сдачи? Ну, как реально? Приехать и купить или прислать доверенность, мы купим, допустим. Вот сейчас, который у нас комплекс строится, эти квартиры будут сдаваться как хлеб, и вода будет уходить, допустим. Как минимум от 1300 до 1500 будет аренда там. Так, если купить две квартиры и одну сдавать. Если одну вы купите для себя и одну будете сдавать, грубо говоря, если 1500 в месяц,
У вас двое человек, и помимо сами чем-то займетесь, вам хватит. В течение месяца можно найти работу в Стамбуле. Насколько возможно, говорят, что это практически невозможно. И, например, куда можно устроиться для начала, ваше мнение. Но смотрите, невозможного ничего нет в этом дунья, да, можно сказать. У кого есть намерение, для него это возможно. Вот. Стамбул не маленький город, Стамбул там 25 населения людей, миллионов. Поэтому вы можете, я вот по личному опыту видел, как приезжали, допустим, с Болгарии, когда я там работал, были два брата. Они были хорошими стекольщиками, но не такими стекольщиками, а которые вот в мебели, в серванатах стекла, зеркала делают, да. Через неделю им сказали, давайте мы получаем вам, значит, разрешение на работу. И там где-то в течение месяца это все решили они. Пришел Санкар, привет, говорю, ответ, и их оформили легально. Почему невозможно? Возможно, если захотите. На какую сумму нужно купить недвижимость, чтобы получить гражданство? Чтобы получить гражданство, нужно как минимум, чтобы в кадастровой, вот заметьте, в кадастровой, не в ТАПУ, которая выдается, да, тот документ, который подтверждает, что вы хозяин квартиры, а которая кадастровая, допустим, вот экспертиза, которая приходит, у них как минимум должно быть 250 тысяч долларов, вот, квартира. И в течение там полтора месяца вам на всю семью дают гражданство. Сколько стоит аренда 1 плюс 1? Аренда, опять же, ну, грубо если сказать, пустая квартира от 1000, там, от 900 лир, допустим. Ну, если обставили, там, на плюс 1 там особо-то и не нужно тратиться. Можно вот здесь, я знаю, вот на университетской у нас рядом в комплексе по 1500 сдается. Вот здесь в нашем комплексе вот девчата живут, учатся в институте. С мебелью сняли 1500. 1450 было, 1500 сделали, по-моему. Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Спасибо, султан, дай Аллах тебе здоровья. Валай, спасибо вам за поддержку. Всем нам, иншаллах, здоровья. Как арендовать квартиру? Друзья, я арендой не занимаюсь. Смотрите, я вот сейчас скажу. Я арендой не занимаюсь. Но как снять? Как снять? Сейчас, во-первых, вот по Мерсину, если говорить, чувствуется, что как бы приезжим неохотно сдают. Понимаете, я поэтому и прекратил этим заниматься. А как снять? Нужно по-любому обращаться к риэлтору, наверное. Сами как-то будет трудно. Но, опять же, если ходить, вас, видите, если вы иностранец, там, вы подошли, там, 90% откажут. А если через риэлтора, там риэлтор может сам порешает, может знакомый у него ручиться за вас и сдадут вам квартиру. Какая в среднем разница между ТАПУ и кадастровой стоимостью? Но это у всех по-разному. Конкретно вам никто не скажет, сколько вот именно в этой стройке будет, в той стройке. Это решается на тот момент там. Но примерно скажу, есть объекты, в которых, допустим, вот, вот смотрите, я вам всем, даже сейчас смотрят, наверное, те, кто покупали у нас квартиры, за какую цену я себе дал за оформление, я еще в Аллахе никому так не делал. Моя квартира в 16 тысяч лир обошлось оформление. Понимаете? Я в то время, когда по 10 тысяч, по 15, по 12, допустим, по 8 были, по 5 были даже делали себе, я даже сам обратился к риэлторам. Вот смотрите, я искал 4 плюс 1. Именно вот заходишь, смотришь то, что у нас в руках было или у других, что-то не подходит, понимаете? А потом с одним риэлтором связался, говорю, брат, у тебя есть квартира? Я вот такую. Он говорит, ты знаешь, у меня вот тебе подходящий вариант есть. Поехали посмотрим. Я говорю, поехали. Я в квартиру зашел, я вам всегда говорю, когда вы заходите в квартиру, если вы почувствовали, что это ваша, все, других квартир искать не надо. Нужно брать. И вот в эту квартиру я зашел, и опа, все. Эта квартира мне понравилась. 7500 лир я отдал риэлтору за его старания, за то, что он мне показал. Да, я там оформление все сам делал, но здесь так принято, друзья. Это его деньги, его работа, я должен оплатить. И моя квартира обошлась оформлением в 16 тысяч. Теперь смотрите, ну примерно может играть, допустим, если не ошибаться, так,
Ну, с каждым годом это меняется, понимаете? Есть, где 50 тысяч может разница быть. Есть, где вообще 10 тысяч может разница быть. Есть, где 70 тысяч может разница быть. Это смотря где, какой объект там. Очень запутанная тема это. Так, в Стамбуле где больше наших русскоязычных, чтобы легче было найти работу? Вот, друзья, смотрите. Но Стамбул большой город, там везде вы найдете русскоязычных. И плюс, ну, Лайля Ахсарай, это спокон веков, короче, там это торговля. Я даже там на коже работал как-то один месяц. Сейчас турки там сами выучили русский язык, короче. Вы стараетесь учить турецкий язык. Если вы хотите полноценно жить и продвигаться дальше, нужно учить язык. Есть такие люди, которые приезжают, допустим, я смотрю, они вообще не хотят учить язык, даже попыток нету, понимаете? Это как-то, вот я не знаю, вот. Но извини меня, на твоем языке здесь разговаривать никто не будет. Так что нужно где-то сломаться, наверное. Или не сломаться, а проявить какое-то уважение. И где ты находишься, и учить немного язык. Вот. Тогда работа будет везде. Так, можно оформить квартиру без самого человека и без загранпаспорта. Хочу приехать и купить себе и брату. Он не может приехать. Нет загранпаспорта. Брат, смотри, мы сейчас работаем именно так. Работаем по онлайн. Оформляем квартиры без самих людей. Но без паспорта это не вариант. У вас должен быть паспорт. Даже если вы сами не можете приехать, вы должны сделать апостиль, вы должны сделать доверенность. Без паспорта этого никто не сделает. Поэтому в первую очередь, я всегда говорю, нужен паспорт. А что вы скажете насчет хиджамы? Хочу туда поехать и делать хиджаму. Вот я хочу, хаджават называется здесь хиджама. Хаджават тоже красиво звучит. Я здесь вот, если честно сказать, не сталкивался. Вот в Мерсине то ли это не делает никто, то ли, может быть, я не знаю. Но я так один раз, два раза спросил, у Мурата как-то спрашивал. Он говорит, Аби, так знаешь, что-то непопулярно здесь, короче, вот это. Но надо будет поинтересоваться. Я насчет этого поинтересуюсь. Вот. Прям не сильно даю слово, но постараюсь. Вот мне самому интересно. Султан, так. Значит, ассаламу алейкум, ассалам, привет, всем привет. Если едешь с семьей для детей, нужно делать апостиль. Да, нужно делать апостиль. Если вы будете получать ВНЖ, допустим, и еще если у кого-то из членов семьи другая фамилия, допустим, у ребенка или у жены, вернее, у ребенка, обязательно свидетельство о рождении. В любом случае делайте апостиль, короче. Были у нас случаи, когда люди приезжали без апостиля, и им пришлось выезжать или в Анталию, допустим, или в Анкару. Это лишние затраты и лишнее время вы теряете. Апостиль обязательно, и на ваш ЗАГС тоже нужен апостиль. Так. Да, Хаджават. О салонах красоты скажите, пожалуйста, как работа, думаете, пойдет? Ну, салоны красоты, я, может быть, не то что красоты, а куафер, да, называется здесь, женские, мужские там. Ну, это до коронавируса очень хорошо было, всегда вроде работает. Но она до того работает, что даже в Анталии наши соотечественники, которые работают, я очень много знаю вариантов, даже они друг друга там за того, что хорошая работа, сдают там, короче, и приезжают, депортируют. Даже такую тему я слышал. Не то что с телевизора, а приезжал мне человек, разговаривал, рассказывал. Значит, спрос есть. Район Торослар в Мерсине. Как для жизни? Торослар район, он немного относится к старому Мерсину. Есть где поближе к горам, есть чуть-чуть поближе к морю. Ну, район, если по бюджету у вас там, короче, квартиру вы выбрали. Район нормальный район, старый район, не новый это район там. Может быть, да, новые стройки где-то построили, есть новые дома. Это, короче, ближе к Адане считается. Вот. Я сделаю, и Тараслар посмотрим, и, иншаллах, все районы посмотрим. Так, подскажите, брат, если у меня сумма денег в рублях, то как мне сделать, чтобы купить у вас квартиру? Вам нужно будет перевести деньги на доллар или на евро, как вам угодно, вернее, как вам выгодно.
и пересылайте на счет фирмы. Вот так. Да, еще тут одну тему мусолили, что вот в Мерсине там... Друзья, я вам неоднократно, я еще раз повторюсь, это живой опыт. Некоторые думают, что приедут сюда с российскими рублями, будут здесь в Мерсине, в обменнике обменивать. Друзья, вам будет невыгодно. Я вам клянусь, да, так обменяют вам эти деньги, что вам еще надо будет полквартиры докладывать. Это вот реально я вам говорю. Кто-то, если кричит там, что вот здесь в Мерсине меняют деньги, наверное, у этого человека есть здесь российские деньги, какая-то сумма, и он их хочет сплавить. И вот думает, если один клиент попадется, там я обменяю, ну, чтобы ему и мне было выгодно. Но это единственный случай может быть. И то под вопросом, здесь деньги выгодно не поменяете. Российские деньги здесь выгодно не поменяете. Вот я вам конкретно говорю. Так, ассаламу алейкум. Вопрос такой, брат. Купить землю, построить, скажем, 5 этажей дом с 10 квартирами в долларах, подсчет со всеми расходами. Ну, брат, это такой, это, знаешь, так я не отвечу на этот вопрос. Там это целая стройка здесь у нас. Надо считать, высчитывать, смотреть, где землю за сколько купил, какой материал ты будешь пользоваться там. Там, ну, на всем цена меняется, там, мрамор будешь ложить на лестнице, или будешь дерево ложить, или вообще просто цемент будет. Валей, это очень трудный вопрос. Ну, иншаллах, к примеру, можно будет подсчитать, именно вот представить, что вот такие будут блоки там, из такого материала будет, так можно сделать. В принципе, надо попробовать, иншаллах, ролик сделать. Мне тоже вот интересно стало. А вы как остались, вы как относитесь к Турции? Я к Турции отношусь как к своему дому. Вот. Грубый подсчет. Ну, грубый подсчет, вала, ахи, грубый подсчет, даже можно ошибиться и грубо, понимаешь? Так можно ошибиться, что, может быть, я сейчас насчитаю, а там можно будет 2 дома за эту цену построить, потом скажешь, вот султан, наверное, один хотел себе оставить. Можно на аренде жить в Мерсине? На аренде можно жить в Мерсине. Ну как, если вы купить и сдавать хотите, я не понял. А, снимать и жить. Ну, снимать и жить, если у вас доход есть извне. Если вы не граждан России или гражданка России, 1 год сможете прожить. Без выезда, ну все нужно в рамках закона делать. Нужно получать ВНЖ. Валейкум ассалам. Так, так, султан, вчера разговаривал с одним человеком насчет Стамбула. Мне этот человек такое рассказал, будто в Стамбуле нет ни одной работы для приезжих, и там прям очень трудно. Да, брат, у меня сейчас сотни человек знакомых живут там и работают. Неправильно это. Может быть, там какие-то другие намерения были, человек так... сказал, я не знаю. Сейчас там вообще Стамбул это мегаполис, друзья. Это для любого, я не побоюсь этого слова, там, сорта, для любого вида, там, для любого там работа найдется. Я в то время поехал, когда даже языка не знал, и то я работал. Сейчас поеду, если могу, допустим, устроиться на работу. Я это знаю. Школьное образование для младших классов в Мерсине и Стамбуле. Качество. Как думаете, одинаковое? Я думаю, что одинаковое. Знаете почему? Допустим, смотрите, вот у меня ребенок учился здесь вот. Сейчас в лицей переходит уже младший ребенок. До этого вот он в средние классы ходил. Но подошел, сказал отец, я, говорит, то, что не могла понять за 8 лет, здесь за 3 урока мне объяснили. Подача совсем другая. И если бы здесь не было так развито, вот в Мерсине, вот это вот, обучение, я думаю, что из 40 самых ходовых боевых таких себя заверили уже эти институты, да, из этих 40 один университет находится здесь в Мерсине. Вот. Я думаю, что еще если у ребенка есть охота, проблем нет. Здесь действительно подача совсем другая, до детей доходит, понимаете? Вот, это мое мнение. Хусейн, валейкум ассалам. Так, с ВНЖ можно жить? С ВНЖ можно жить, друзья.
ВНЖ вам дает право на проживание здесь. Работать нельзя, а жить можно. Казахи есть в Мерсине? Конечно, есть. Вот я здесь, в Мерсине, казах. С Казахстана же, я родился в Казахстане. Ну и есть, да, помимо тоже есть. Так, цена за стройку, за квадрат, может, не в курсе. Брат, я эту тему поинтересуюсь, сделаем ролик, иншаллах. Есть ли в Мерсине морской университет? Да, есть. Только я вот не знаю, это лицей, колледж или университет. Я вот вчера проезжали, в Тейджи были, там моряки выходили. Я говорю, Мурат, это что, корабль где-то здесь подплыл, что ли? Нет, говорю, здесь же учатся, они говорят. Надо будет поехать снять тоже. Вот, так, сколько мы здесь наговорили? Есть еще вопросы? Давайте. Нету, я поеду будить братьев уже, хватит им спать. Сколько времени уже у нас здесь посмотреть можно? Нет. 12 час. Так, что здесь еще? Как возможно легально там работать и во сколько все это обходится? Вообще, если за Турцию вы спрашиваете, легально работать, если вы договоритесь со своим работодателем, он вам может без проблем получить разрешение на работу. Ничего это не обходится, оплачивает он там, короче, не очень дорого. Система такая, это должен оплатить он. И страховку тоже он оплачивает. Каждый месяц он оплачивает вашу страховку. Через 5 лет, кстати, вы можете подавать на гражданство, если по разрешению проработаете. Валейкум ассалам. Сколько можно жить, арендуя в Мерсине? Вроде ответил я. Работа в порту есть. Вот за порт я не интересовался. Опять же, если даже есть, там в первую очередь свои граждане работают. Но так как порт, может быть, кто знает иностранные языки, надо поинтересоваться насчет этого. Но там такая система, знаете, туда не каждый попадет. Как там обстоят дела у учителей? Работа востребована? Друзья, учителя в Турции, вот я даже по своим детям вижу, они, когда видят учителя, они как будто видят или родную мать, или родного отца. Это со стороны детей. И если со стороны общества, учителя здесь в почете, друзья. Доктора, учителя – это первое место. Допустим, когда речь идет о учителе, здесь 99 дверей открываются, и о врачах. Допустим, когда кто-то из турков сдает квартиру в аренду, в первую очередь говорит, чтобы это был мамур, да, допустим, или учитель, или доктор. Так что не надо сравнивать с другими странами. Учителя здесь рулят. И доктора. Здравствуйте, есть ли университет в Мерсине? Детям учиться? Да, университеты есть. Один из 40 самых главных больших университетов, один из них в Турции. Кстати, возле нашей стройки. Так, я с Павлодара сам. Павлодарский я. Родился в Ермаке, Аксу. Потом, когда в институт получал, переехал в Павлодар, жили в Павлодаре. Закончил я Евразийский инновационный университет в Павлодаре. На юрфаке учился я, в юридическом. Все, я заканчиваю. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую еще раз. Просто сейчас вот ждал ребят, сейчас вроде подъезжают они уже. Султан на связи. Иншаллах, будем двигаться дальше. Все, поедем сейчас искать, посмотрим, что у нас там настройки, что есть, какие варианты квартир. Всех обнимаю. Короче, не теряюсь я. Все. Ассаламу алейкум.